Четверть века на страже закона. Арбитражному суду Чувашии исполнилось 25 лет. Указ о его создании был издан в январе 1993 года. Тогда лишь зарождалась рыночная экономика. И законы менялись так часто, что за ними трудно было уследить. За это время арбитражный суд рассмотрел тысячи дел и решил споров на миллиарды рублей. Поздравить коллектив со знаменательной датой пришел глава Чувашии Михаил Игнатьев. Честь и достоинство, справедливость и беспристрастность – все эти качества присущи людям, выбравшим правосудие своей профессией. Механизм решения экономических споров для Чувашского региона с его богатыми традициями предпринимательства и торговли особенно важен. За прошедшие годы суд накопил огромный опыт, завоевал высокий авторитет в профессиональном юридическом сообществе. Суд стал эффективным органом юстиции, внесшим значительный вклад в развитие арбитражного судопроизводства, разрешение разных экономических споров самого различного уровня. За прошлый год арбитражным судом рассмотрено более 20 тысяч дел. За этими цифрами напряженная работа специалистов. Арбитражный суд Чувашской Республики рассматривает знаковые, имеющие общественный резонанс дела, сложные, неоднозначные, но оказывающие ощутимое влияние на экономическое развитие нашей республики и ее инвестиционный потенциал. Работа суда направлена на обеспечение справедливости и законности в обществе, создание стабильного механизма реализации правовых норм. Институт арбитража очень востребован. Финансовых и имущественных споров с годами становится все сильнее. Только за прошлый год сумма требований по экономическим спорам у нас составила более 15 миллиардов рублей. Из них судом было удовлетворено требование на сумму, превышающую 9 миллиардов рублей. Лучшим сотрудникам вручили юбилейные медали. Ее обладателем стал и Александр Трусов, который работает в системе с момента основания. Коллектив значительно обновился. Дела стали сложнее, но тем они стали интереснее. Несмотря на то, что мы рассматриваем экономические споры, бизнес бывает порой жесток к людям. Приходится обращать внимание и на ту сторону этих споров, чтобы не навредить, чтобы народ наш стал жить лучше, чтобы защитить права обиженных. Сегодня в республике реализуются крупные инвестпроекты, в которых задействованы сотни коммерческих организаций. И именно от эффективной работы арбитражных судей зависит инвестиционный климат республики, а в итоге и качество жизни самих жителей. Рифат Фаткуллин, Андрей Спиридонов, Республика.